Я не уйду. Люди, идите отсюда по-хорошему. Это наш дом, и мы его строили. Я не уйду. Кому? Тете Зине я заплатила. Тете Зине. Всем приветики. Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа. Мы сегодня с вами поиграем в Роблоксе в нашу любимую СЦПшечку. Сегодня я подумала, что я буду доставать людей. Сегодня я буду в образе доставатора. Вот, так что моя первая задача — найти людей. Я буду задавать тупые вопросы. Я буду от них что-то хотеть. Короче, погнали. Вот у меня тут первая какая-то рядом со мной постройка. О, кстати, тут есть халявная еда, слушай. Я, пожалуй, заберу, мне пригодится, пожалуй. Почему бы это все и не забрать? Слушай, ну кто-то такой хороший домик тут себе пытался отстроить. Нормально. Я прям пентхаус еще каких свет не видывал. С вас, как всегда, лайки. С вас, как всегда, подписочки. А мы с вами идем искать людей. Где бы они ни были, кто бы они ни были, нам они нужны. Погнали, значит, ой, я немножечко упала. А ну-ка, давай-ка людей находить. Чатик вообще молчит, все тихие. Я даже такое ощущение, что никого не вижу. Сейчас тут хохоряшку беру, какой-то комар пролетел. Прикол. Наша цель — найти человеков. Вижу еще одну постройку на горизонте. Будем надеяться, что в ней кто-нибудь живет. Давайте посмотрим. Но, судя по тому, что я тут вижу, скорее всего, тут никого не живет. Эх! Эх! А мы так надеялись. А это тот самый пентхаус или это новый? Слушай, это какой-то новый. Или это тот же? Я хожу кругами? О, нет, я хожу кругами! Опа, 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 человек! Япона, нифига их! Опа! Опа! А ну-ка, путите меня. Здрасте! Путь... Да, бляха, я не могу зайти к вам. Как вам... Чё за... Так, ну, здравствуйте. Можем поесть. Ну-ка, подожди-ка. Добрый вечер. Я, типа, буду такой... Чё это сразу уйди? Ты кто вообще? Понятно, такая наехала. Чё сразу? Ну, чё, всё? Добрый вечер. Это, короче, пацанячья хата, да? Холостяцкая берлога. Женщин не пускаете сюда? Сейчас мы все узнаем о них. Чем они тут занимаются? Не надо, не надо, не надо. Не выкидывайте меня. Меня хотели выкинуть. Давай дружить. Серьезно, так быстро? Ну, давай. Ну, а ты же меня прогонял. Странно как-то. То прогоняет, то любит. Потом такой, приди. Слушай, я опять живу с мужиками. Уйдите из нашего дома, вы надоели сюда приходить. О! Так это ваш? Так. Я парня, кстати, ищу. Вам не надо? Так что уходи. Что ты сделаешь, если я не уйду? Давай. Что ты сделаешь? Короче, они скучные. Они прям реально, ну, типа, я бы хотела с ними, но не какие-то такие, типа... До них даже не колупаться. Ну, давай. Если я не уйду, то что? Я жду, что ты мне напишешь. Уходи, да боже, ты тупая. Ты чё? Ты офигел? Ты вообще что ли? Я не тупая. Даже без разрешения зашла. И что? Мы на зоне? Чтобы разрешение в хату просить. У тебя мать в канаве? Посекунчик, посекунчик. Это не оскорбление. Посекунчик — это пирожок. Ничего тебе плохого не сделала. А ты такой токсик. Тебе сколько лет, боже? Так, сколько мне может быть лет? Тебе сколько лет? 5, 4, 8. Малолетка. Ты ж моя зайка, ты мне видос сделал, боже. Ты прекрасен, а мне как же смешно. У меня теперь есть семья в виде токсичного мальчика. Он прям реально, у него даже футболочка говорит, что он токсик. Ладно, живи. Я вообще, кто для тебя? Скажи, кто я? Кто я для тебя? Я думала, у нас отношения. Он меня кинул. Ты моя бутылочка, ты меня кинул. Ой, он три точки написал. Он написал три точки. Ты есть хочешь? У меня все есть. Все есть, кроме тебя.
Это я. Так, подождите, мне лобок блестит. Сладкий мой токсичный пирожок. Куда ушел? Сладкий мой токсик. Пирожочек, ты где? Пирожочек, иди на кровать. Эй, он ушел. Он от меня ушел. Он не хочет на меня смотреть. Ты чего ушел? Ты чего ушел? Эй! Эй! Да люблю я тебя! Все, он меня игнорит. Он меня игнорит. Наверху захотелось побыть. Я что, тебе надоело? Мы совсем немного вместе. Он меня не любит. Он меня не любит. За что? Ты меня не любишь. Не любишь. Разрушить с ним нашу любовь, не начавшуюся или нет? А мне почти 30. Чистосердечное признание. Но он не поверит. Он скажет, что я тупая. Он скажет, что я тупая. А говорила, что 8. Может и 8. Я не умею считать. Блин, ладно, брат. Ты меня не ценишь. Ценишь ты меня или нет? От этого зависит наша с тобой судьба. Наша с тобой дальнейшая жизнь висит на волоске, мой хороший. О! Он вышел из игры! Вот скотина такая. Он вышел. Он просто ушел. Он даже не сказал мне прощай. Так. Опачки. Так, что делаем? Здрасте. Голову отдала. А, она моя. Ты моя? Блин, если ты моя подписчица, то... Блин, я не понимаю. Давай голову сюда. Быстро. Давай голову. Блин, не, она думала, что я Тилька. Нет. Я ее первая увидела. Блин, она реально пишет, тельняшка не такая. Она реально думает, что я фейк тельняшки. Вообще-то я ее нашла. Блин. Как-то неловко. Она реально думает, что я фейк Тильки. Надо делиться. Ты не Тилька. Я Тилька. Блин, прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Прости. Нет, реально. Нет. Да. Это я. Она не такая. Какая такая? Твою мать, она реально думает, что я злая. А я просто отыгрывала роль. Я смотрела видео. Кто такая Тилька? И почему она не такая? О, боже. Бедная малышка. Просто токсичная я, токсик. А это, прикинь, я, девочка такая, ты не настоящая Тилька. Там он парень бегает, не злая она. А может, сегодня злая? Пусть голову отдала. Бедная девочка. Как же ей повезло. Нет, она не злая, и скин похож. Хочешь голову, живи со мной. Не, спасибо. У меня... Сегодня другая цель. Если ты смотришь это видео, Queen, K, S, F, Q, L, сердечко для тебя. Поздравляю. Доколупалась. Там куда-то пацаны убежали. Ладно, я потом найду. А что он за мной бежит? Хватит, все. Все. Пойду к своему мужу домой. Ага. Там уже кто-то другой живет. Ладно. Ладно. Ага, ага. Страшно стало, а? Это месть. Это месть. Угу. Вот так вот. Чё это ты меня? Чё это? Мой дом отжал. И ещё не пускаешь? Это дом моего мужа. Блин, простите, пожалуйста, что мне приходится так делать, но он воровал в моем доме. Он воровал, это дом моего мужа, и его, кажись, убили. Ну, а я считаю, а чё он? Правильно? Ишь какой? Деловой. Пришел,
мой дом отжал, да, и убежал. Поэтому я ему сократила жизнь в моем доме. Вообще-то дом моего прошлого мужа. Хорошее место, но я думаю, разворуют его. Я уже сюда в следующий раз, когда приду, здесь ничего не будет. Слишком хорошее место. Девочка теперь там кричит. Тилька! Блин, ну мне пришлось для видео быть злостной. Понимаешь? Ладно, чё, давайте еще кого-нибудь найдем. О, баб. Чё себе? А почему ты мяч? Я просто хочу знать. Эй, блин, не игнорь меня, ты! Алло, игнорщик, почему ты мяч? Не игнорь. Просто доколупалась до чела, который похож на мячик. По-моему, он боится. Не бойся. Да стой! Куда? Утичу, все, все. Куда ты? Стой! Куда ты? Че ты от меня убегаешь? Вернись сюда! Сюда иди! Ути-тю-ти-тю-ти-тю-ти-тю-ти! Ати-тю-ти! Ати-тю-ти! Жалко, сюда нельзя микрофон кричать, че? Кусь. Я ему нравлюсь. Он, видишь, он не убегает, он балуется. Может, он какой-то, знаешь, особенно, он типа подглядывает? Мне кажется, он реально за людьми сидит, подглядывает. Он пока ты спишь, он стоит на твоей кровати и смотрит своими вот этими лупоглазыми глазками вот так вот. Прямо в твою душу. Прямо тебе под одеялко. Вот так вот садится и смотрит. Ладно, я пошла, он какой-то такой странный. Сейчас найдем с вами кого-нибудь еще. Но шарик был смешной, мне понравился. Он был очень глупый. Я пойду сбегаю в сторону к своему мужу. Там шарик, он ко всем докапывается, короче, ты понял? Ну, слушай, у моего мужа здесь пусто. Хату никто не разворовал. А, тут конец карты. Мы так, получается, в самом конце. Ничего себе. А я-то думала. А где все себе сделали обиталище свое, седалище? Так, тут вроде бы кто-то что-то пытался... Помогите! Я хочу найти людей! Так, вижу какой-то здоровенный дом. О, опа, Костя! Нихера себе тут у вас! Ого! Добрый вечер. Ничего себе. Спасибо, я покакал. Ля, он думает, наверное, ля мистика. А чё он не общительный такой? У вас гости. Алло, у вас гости. Гостеприимство где? Алло, поговори со мной. Иди же, пассатижи. Это мне? Ладно. Вот это диалог у нас бомбический. Да. Спасибо. Это было сложно. Ты, я смотрю, не доверяешь людям. Вот такой вот у нас Костя, красавчик, 21. Не доверяет людям, понимаешь? Два дня. Что два дня? Что два дня? Мне уже страшно. Что, через два я умру? Типа, у тебя я 7 дней. Он мне реально написал два дня. В смысле два дня? До чего? Ладно, Костик, ты, конечно, тугой. Я пойду кого-нибудь еще найду. Чё-то с тобой сложно жить. Но мне такое не нравится. Так, чё тут есть кто? Где-нибудь кто-нибудь весело живет. Где-нибудь кто-нибудь... И меня найдет. Ну чё, где все-то опять? Не понимаю, где они живут? Мой муж через 2000 метров. Так, а кто это там у нас живет? Кто-то у нас тут живет. Ой, прикольно, у вас тут второй этаж есть. Я как раз на втором этаже у вас тут поживу. С вашего позволения. Смотри. Ха? Чудо-мяч. А-а-а! Брат. А-а-а! А я по тебе скучала. Желтый.
Короче, мне не отвечает баб. Прикинь, он пришел и опять за мной наблюдает. Он что-то от меня хочет. Ладно, я буду за ним смотреть из-за телевизора вот так. Он на меня так, а я за ним так. Не знаю, так сделал. А ты следишь за мной? Смотрит прямо в душу. Ты маньяк? Он такой скажет, не маньяк. Я просто искал тебя. Меня? Зачем? Просто искал тебя, звучит крипово. Не вырезай почки. Потому что ты мне написала и ушла. Я запала тебе в душу? Какая Он меня, говорит, искал, бегал по всей карте. Чё вообще происходит? Ладно. Меня искали. А можно я тоже покакаю? Спасибо, я покакав. Как сюда? О, ничего себе у вас тут уголок интроверта, блин. Ничего себе. Ну что ж. Опа, стоять. Не берите еду, это наш дом, вы чё? Я не трогала. Я только свою потеряла. Она упала сквозь доски. Уходи. Не хочу. Я буду жить здесь. А не проверите, если я что-нибудь заберу? Но, допустим, заметь, мне кажется, они не заметят. Они не заметят, что я что-то забрала. А, у них там типа... Нифига себе, там у них склад провизии. Ничего себе. Нормально. Вы что тут забыли? Просто посмотреть. Такая наехала на меня. Так иди тогда к себе. Уходите отсюда, чтобы я больше вас не видела. В смысле? Мы ее арендовали. У тети Зины. Нет, говорит, это наш дом. Нет, это... Этот дом строили мы, и все два этажа наши. Нет, второй наш. Мы за него заплатили тете Зине едой. Мы против, чтобы вы жили с нами. Нам сказали... Идти сюда и снимать комнату на втором этаже. Ребят, ходите, пожалуйста. Ну, мы заплатили аренду. Мы на втором живем. У них такое не... Какую на аренду? Она матерится, она матерится! Тетя Зине! Едой и и робаксами! Мы его сами строили, вы чё? Я не уйду. Люди, идите отсюда по-хорошему, это наш дом, и мы его строили. Я не уйду, кому? Тете Зине я заплатила! Тете Зине! Я не уйду. Люди, идите отсюда по-хорошему. Это наш дом, и мы его строили. Я не уйду. Кому? Тете Зине я заплатила! Тете Зине! Блин! Она сказала, это ее дом. И вы его украли. И продала нам комнату. Идите отсюда! Какая прелесть! Так, не надо никаких отпускать досок. Мы против, чтобы вы жили с нами. Мы сами его строили. Да. Спасибо. Вы совсем поехали, говорит. И это все к тете Зине. Я распаковываю свои вещи. Где она? Где-то бегает по карте. Долборезы. Долборез! Ты меня называла! Долборез! Мне... Идите отсюда! Это моя кровать, уйди! Это моя кровать! Это моя кровать! Почему мой желтый друг ничего не говорит? Это моя кровать! Ваша красная. Это моя кровать и наш дом. Мы сняли эту квартиру. Но нам
не жалко, если вы будете жить с нами. Это мой дом! Мы его сами строили, мы ничего не снимали. Это игра, от этого невозможно. Снимали. Я заплатила реальные деньги. И еще еду тут давала тете Зине. Уйдите! Я сейчас ее до истерики доведу. Это наш дом! Уже и наш. Там пацаны тоже рамсят. Уже и наш. Чё? Тут этого невозможно. Бил ваш дом, стал наш. Желтый кроссовок был ваш, стал наш. Давайте найдем компромисс. Компромисс. Давайте найдем компромисс. Вы уходите, и я не подаю на вас в суд. Что это типа ваш дом говорит? Идите отсюда, это наш дом, и мы его строили. Баба Зина. Так, не, подожди. Тетя Зина его сдала. Блин, бедные, они так стараются, мне их так жалко. Меня даже желтый решил добавить в друзья. Я ему понравилась, как я отжимаю. Доказательство, что это ваш дом. У тети Зины документы. Нам еще не отдала копии. А у вас доказательства? Какие? Я жду доказательства, что это ваш дом. Я сюда поставила колу. С нее началось строительство. И потом я ушла. И пришла Зина. Достроила. И продала вам. Короче, все, они сломались. Чё? Канал Тилька Плей, пацаны. Я не могу больше над ними издеваться. Вот опять Тильку прогоняют. Опять прогоняют. Не знаю, когда выйдет ролик, но потом ищите себе сердечко на канале Тилька Плей. Таги Кефт и Родокоп 228 сердечко, и мой мячик, баб, сердечко для тебя. Все, господа, я ухожу. Вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то поддерживайте лайком. Если хотите чего-то еще, пишите об этом тоже. А мы с вами увидимся. Пока.